С 15 по 19 января в Казани проходит региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Всего в олимпиаде участвуют 225 школьников 7 по 11 класс. Подробнее вы узнаете в нашем следующем сюжете. 15 января в IT-лицее Казанского федерального университета прошло торжественное открытие регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике. В ней принимают участие 225 победителей муниципальных этапов олимпиады. Среди них 47 представителей IT-лицея. В рамках открытия с приветственным словом выступил директор IT-лицея Ильдар Мухаммед. Наша команда постаралась сделать все, чтобы олимпиада, ребят, прошла в комфортных условиях. Это и педагоги, и члены жюри, и команда лицеистов. Я им всем благодарен. Удачи вам, победы на Олимпиаде, вы наше будущее. Дай Бог, чтобы справедливо в борьбе победил сильнейший. Напоминаем, Всероссийская олимпиада школьников по информатике – это ежегодное соревнование по информатике для учащихся 7-11 классов. Основой олимпиады является программирование. Ну, это традиционное мероприятие, которое происходит ежегодно. Оно имеет три этапа. Первый этап муниципальный, в рамках которого, собственно, на муниципальном уровне, муниципальных районах, городов Республики Татарстан проводится отбор лучших школьников по предмету информатика. Далее проходит региональный этап, на котором мы с вами присутствуем, и, собственно, победители этого этапа. Далее они поедут на федеральный этап, и там будет этот этап считается финальным. И, собственно, вот после этого они, победители, смогут гордо получить имя победителей финального федерального этапа олимпиады школьников. Региональный этап олимпиады проводится во всех субъектах Российской Федерации практически одновременно, чтобы исключить возможность утечки олимпиадных заданий. На олимпиаде по информатике мы решаем задачи, связанные с быстрыми вычислениями различных, довольно необычных, в плане того, что они требуют непростого подхода реализации, они требуют подумать вне рамок. Олимпиада по информатике пройдет 2 тура, после чего будет произведен разбор заданий и выявлены победители регионального этапа. Закрытие олимпиады и торжественное вручение дипломов состоится 19 января в IT-лицее Казанского федерального университета. Диана Латышева, Радик Загидулин, Виолетта Басова, Универньюз.